дорогие друзья, сейчас прозвучит гимн нашего государства, государства Израиля, который исполнит наш гость, большой друг Израиля, посол доброй воли, лауреат международных конкурсов, лауреат международной премии «Человек года», обладатель многих престижных премий и наград, потомок великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Он единственный деятель искусств Украины, который является лауреатом премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, доктор музыки, кавалер-баритон Константин Риттель Кобылянский. Гимн Израиля.